Накануне спасатели провели показательную тренировку с демонстрацией аварийно-спасательного оборудования сразу в нескольких учебных заведениях города. 7, 14 и 20 школах, а также в гимназии номер 15. Ребятам показали аварийно-спасательный автомобиль, оснащенный всем необходимым для работы на ДТП. Это различные гидравлические инструменты, используемые при деблокировании пострадавших, бензопилы и бензорезы. Также школьникам продемонстрировали ранцевые огнетушители и водолазное оборудование, спасательную экипировку. Все это мальчики и девочки смогли примерить на себя и под чутким контролем спасателей опробовать работу дыхательных аппаратов, гидравлики и других инструментов.